Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начали... Нет, удачи. Я хотел сначала представить тех людей, которые мы обеспечили вас в этом месте вкусной пищи. Обеспечили вас досуг вашу экскурсионную программу. Прежде всего, это директор круиза Наталья Александровна. Тот человек, который готовил вкусно, я надеюсь, вкусно. Это Марина Витальевна, шеф-повар наш. И наш директор круиза. О, директор ресторана. Объявите диктатуру. Вы это все знаете, ну что-то. Но я хотел бы поблагодарить вас за то, что это заключительный круиз. Несмотря на все сюрпризы природы, на все мелководье, на всю зиму, которую мы уже прошли недельную, вы совершаете на теплоходе Александра Мина. Вы не изменили нашему компании «Инфофлот». Пожелать вам хочется здоровья, счастья и до встречи в следующей навигации. Это те люди, которые уходят завтра в Ярославль. А с остальными завтра встретимся, еще раз пообщаемся. Всего хорошего. Серию фото подпинем. До следующего года. Все, приятного аппетита. Всего хорошего. Спасибо.